Капец, я пару раз себя чуть не спалил. Когда мы пришли, камера была в коридоре. Да-да-да. Когда буду, тогда я буду. Все, давай. В общем, после видео вопрос-ответ мы сразу поехали к Настюхе домой, чтобы забрать ее зарядку для макбука, чтобы мы могли этот вопрос-ответ смонтировать. Пока мы сюда ехали, я придумал небольшой пранк. Ну как небольшой? Это прям грандиознейший пранк. Что я хочу сделать? Я хочу завалиться якобы сюда опять, то есть выйти и прийти будто пьяным. Но у меня есть проблема, я никогда не пил. За все 23 свои года жизни ни разу не пил. Мне сейчас надо собрать много вещей необходимых. У меня сейчас большая проблема с тем, чтобы забрать камеру. Потому что камера там, у нее в комнате. Сегодня как раз день рождения у ее сестры. И мы остались сами дома. Никого нет, поэтому мне все сыграло на руку. Сначала проверим, что она, где она. У меня уже есть портфель. Себя чуть не спалил, потому что портфель очень громко шурдел. И, блядь, там зеркало. Я надеюсь, что через это зеркало меня не особо видно, потому что зеркало прямо, вот, блядь, напротив меня зеркало в ее комнате. И я не знаю, как она не заметила. Идем на проверку, что она делает. Нормально? Все, я сейчас водички выпью и подойду. Самое сложное — это ее камера. Просто когда мы пришли, камера была в коридоре. Но потом, я не знаю, мы ее не собирались использовать. Она ее положила себе на стол. Сейчас мне надо просто тогда, получается, забрать и взять все манатки, не обуваясь, выбежать. Не знаю, что делать. Ладно, будь что будет. Да-да-да. Да, куда друзья, у меня так яйца сжались, вы себе даже не представляете. Мне надо залететь, купить алкоголь. Сейчас я буду ее пранковать, будто я приду пьяный домой. Но подвох в том, что я ни разу вообще не пил с 23 года. И надо это все доиграть правдоподобно. Я буду ждать какое-то время, потому что, ну, типа, what the fuck, я ж, типа, не напухался так быстро. В общем, Настюха, держись. Я уже подхожу к продуктовому, и кто-то звонит. Я надеюсь, это не Настюха, потому что это... Блядь. Алло. Меня бомбануло, все. Сейчас, подожди, тебя плохо слышно. Алло. Ну, когда буду, тогда и буду. Меня бомбануло. Приду поговорю. У меня сейчас дела. Приду, объясню. Все, когда буду, тогда и буду. Все, давай. Капец, друзья, ее немножечко бомбануло. В общем, друзья, приобрел я вот такую бутылочку, типа шампанское или что-то такое. Я пробовал только что сдирать вот эти всякие эмблемки, но что-то как-то, как вы сами видите, не особо у меня получается. Давайте вылим эту всю тему, потому что я вас сам же спить не собираюсь. И
Единственное, что мне придется его немножко оставить, чтобы прополоскать рот, чтобы, ну, какой-то был запах со рта, потому что Настюха не поверит ни в какую, потому что я реально 23 года как бы не пил, и она может не поверить, поэтому мне по-любому придется немножко прополоскать рот этой дрянью, вот, и, не знаю, может быть, даже обмажу себя, там, шею, какие-то определенные места, чтобы от меня несло реально алкоголем. Все, там немножечко осталось, ну, в принципе, можем выдвигаться. Нюка, чем ты занимаешься? Простят меня соседи. Ну что ж, главное, чтобы сейчас какая-то маленькая деталь не испортила всего пранка. Но я надеюсь, что она на эмоциях этого сразу не заметит. Вот что делать? Под листиком. Все. Стой, ты чё, Саша? Да. Что с тобой? Тихо, что с тобой? Саша, алло. Давай, где ты, блядь, был? Алло. Долбоёбина. Ты где была? Так. Саша. Лапа. Блядь, Саша. Блин. Где ты был? Ты весь белый сзади. Ты что, на войне как? О, блядь, ты пил? Алло. Пиздец, полетели! Ты что,
мне тяжело тебе одному, пожалуйста, на тебе. Пожалуйста, не кусай. Подожди, иду, сейчас переодеваюсь. Что мне теперь с этим делать? Все, будет сохнуть, давай спать, ты будешь алкашом. Потеплело?